Вот. Это пирамидская. Что она была не просто, ну, как бы, штатный психолог, но еще и чем-то, блядь, другим занималась. А сейчас у нее совсем другая должность, еще более крутая, там какая-то, ну, управляющая, типа, грубо говоря. Угу. Я точно не помню. И, ну, предполагаю, что она уже не занимается психологией. Угу. Вот, и, собственно, ей сказали, типа, в Сыктывкар приезжай, и она вместе с мужем, они туда и приехали. В итоге муж тоже сейчас там работает в этой Додо Пицце, он там какой-то технический специалист, или глава, или какой-то там тоже. Угу. Вот. Ну, короче, вот такая хуйня. А Илюха на юга хотел, потому что у него... Дед с бабкой живут в Чугурах, юга. Угу. И он каждое лето туда на море ездил. Он все хотел, чтобы я туда приехал на лето. Вот. Ну, когда я в Инте был, у меня вообще никуда не получалось поехать. Ну, другая ситуация. Вот. А про Питер он обычно заикался просто, ну, из-за того, что, типа, в Питере много интимцев. Mm. А сейчас, как бы, помимо интимцев, я еще там есть. Блядь, падла. Просто падла. По-моему, Питер это Инта 2, Инта Сити, типа. Ну, у нас так примерно и учить это не будет. Да? Куда ни плюнь, нахуй. Инта, Коми, блядь. Дела. Ты пидор. Не отъебался от меня. Ну, как всегда. Ну. Ну, если вдруг он, ну, как бы. Захочет переехать в Питер, это хорошо. Я охуею с того, что, ну, типа, Марк собирается вроде как. Вроде. Так. Ну все, братва в сборе. Они, кстати, с Илюхой общались вообще? Ну, пару раз я их знакомил, Илюха приезжал в Инту, один раз как-то собирались. Пару раз мы играли по сети, еще плойки, по-моему, не было. Угу. Вот, ну, знакомы они, но... Ой, ну, прости. Прости, поторопился. Ну, а, да. Да, это... Ну, короче, они знакомы, но они нет, не общаются. Угу. Нет. Вот. Так. Ну, походу, сюда бежу. А, нет. Вот. Ну, Марк, когда в Инте мы все находились, мы практически только с ним вдвоем тусили. И с Марком? Его двоюродный брат. Ну, Марк, да. Младший? М? Брат младший? Ну да, он младше его. Ну, там не насильно, но вроде как младше. Там братенек сам уже женатый, с квартирой, блядь. Угу. С трехкомнатной, блядь, или там вообще четырехкомнатной. Жир. Ну, жента. Там, блядь, она же считается самой дешевой жилье. По России. Ну, где-то да. Да, Воркутаки, Чора, по-моему. Блядь, что это же. Лежит? Он возле хижины маялся. Угу. Вот. А Илюха, ну, когда у нас была наша компания... Ну как наша?
лет 10-12 назад мы тусовались втроем, я, Илюха и гитарист, его звали Максим, мы с ним вдвоем в группе были в одном. Вот, и мы постоянно гуляли втроем, блядь, и любили еще учебу прогуливать в шараге. Угу. Играли в файтинги. И как раз начали башить Samurai Shodown. Четвертый. Короче, с ним файтинги полобать можно было. Ну, да, но он очень давно не играл, поэтому... Тем более он играл в основном на клавиатуре. Геймпаду той бишь он вообще... Для него это что-то инородное. Ну, файтинги он, да, любил. Ну вот, а потом, собственно, и Витёк появился, и мы вот... Я, Илюха, Витёк, еще Богдан был с нами, который... Такой... Непонятный был друг. Ну, в итоге мы все поразъехались, Илюха старался приезжать хотя бы летом раз в год, ну, когда учился. Потом он отучился, его забрали в армию, и после армии вот он приехал после дембеля, и все, он начал работать, он вообще уже, ну, я не помню, он, по-моему, то ли приезжал, то ли... Ну, да, один раз вот он приезжал, то ли на Новый год, но зимой он приезжал, потому что вот тогда я познакомился с Марком, это была зима, и все, и вот он начал ебашить там у себя. Кого начал? Ты сейчас про Богдана говоришь? Не-не, я про Илюху. Да. Ну, то, что Илюха начал работать уже там, там серьезно, и вот уже перестал приезжать. Мы с ним иногда общаемся, но раньше играли как-то вместе. Но тоже перестали. Ну, у меня как плойка появилась. Нет, потому что он в ММО до сих пор играет. Он меня тут опять недавно в Рагнарок онлайн начал звать. Ну, ты муж говорил. Отстанет меня, да? Да блин, я бы, может, поиграл бы с удовольствием, но. Блять. Там много оставалось заводить. Не, не помню. Ну ладно. Бег, о! Он не успел или отпустил? Не успел. Не успел. О, просто, блять, ну это MMORPG. О, интересно. Это означает, что надо много-много тратить время на... Вот. Ну как бы хуй с ним. Но надо от этого получать удовольствие. Чтобы игра не превращалась. Он сюда идет. Чтобы игра не превращалась в рутину, не работу, блядь. Вот же стоп. Рядом с вами повесить. Угу. Я не так. Ну, но я не хочу играть. Вот.
Рагнарок онлайн. Я хочу поиграть во что-нибудь другое, что мне интересно и актуально. Тем более, блядь, я его столько раз звал в финалку 14, а он что... Нет-нет, давай вон в ту хуйню, или давай вон в ту хуйню, или в другое ММО, там, корейское, блядь. Я говорю, нахуя? Он же потом сам рассказывал какое-то донатное говно, там одно, другое, третье, я уже просто перестал верить в эти корейские бинги. Влюбился в финалку просто потому, что, блядь, платишь абонентку, нахуй, и там все сделано для комфорта, для игры. Вот. А игры, там, конечно, есть абонента? Да. Те игры, которые он называет? Не, ну как, типа были платные сервера. То есть ты тоже платишь, доната нету, и вроде как баланс более-менее дружелюбный, но играет там полторы калеки, вот, потому что в основном такой контингент не хочет платить. Но... Вот, но, блядь, оно мне все равно не нравилось. Я уже вовсю как бы начал играть финалку, и, блядь, я понял, что мне очень нравится не только PvP, но и PvE. То есть, ну, я получаю кайф от того, что там ебашим рейды боссов каких-то интересных, там, хардкорных, блядь. Этот челлендж происходит, и все это, ну, как-то друг с другом взаимодействует. Сука, сюда идет. Сюда. Стали? Так, он возле моих ворот ходил, бродил. А, он кого-то уронил. Но он отпустил, он дает потом. Сломать ему. Сюда, сюда, тут палет есть. Сейчас попробую. Уронил палет? Я уронил, и он меня уронил. Отлично. Блять, это третий раз, если меня сейчас повесит, мне пизда. Не повесит. Давай, давай, беги! Блять! Я прикрою. Блять, вы просто... Чудо-чуваки. Ну, блин. Он-то раненый, зачем полез? Я думал, он его отпустит. Сюда идет. Пускай по мне ударит. Не переживай. Если что, просто отпущу. Сейчас ударю. Ползи. Ну, короче. Так он со мной не поиграл. Финалку. О. А потом бы сказал, что это моя любимая игра. Да, блять, по-любому бы нахуй. Сам бы с удовольствием бы вернулся бы в нее, но одному я в нее играть не хочу. Потому что там столько, блядь, дохуя контента сейчас, ну просто пиздец. А осваивать одному его как-то, ну, блядь, грустно. Было весело, когда в толпу играли.